Thank you.
Это время чудес и знамений, друзья. Давайте, присоединяйтесь. Вам нужно быть частью этого сверхъестественного излияния Бога Всемогущего. Партнерство подразумевает что-то большее, чем просто быть в списке почтовой рассылки. Можно сказать, что партнерство — это мост, соединяющий две стороны. С одной стороны, есть отдельно взятые люди, компании и служения, а с другой стороны, есть дело этого служения, награда за исполнение дела этого служения и помазание этого служения. Мост партнерства держится на двух основных опорах. Одна опора – это молитва, а вторая – финансы. Эти две опоры предназначены приносить пользу вам, как партнеру, точно так же, как и служению. Это улица с двусторонним движением. Со своей стороны, вы молитесь за Кеннета и Глорию, за их сотрудников и за то, чтобы помазание Божие пребывало на деле и работе этого служения. В свою очередь, брат Копланд и сестра Глория вместе с сотрудниками миссии обязуются каждый день молиться за вас. В дополнение к вашим молитвам, когда вы сеете ваше финансовое семя, вы применяете полную меру вашей веры в отношении дела этого служения. Это открывает двери для награды за партнерство. В расширенном переводе Библии, 1 Царств 30:24 говорится, «Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть оставшимся при обозе, на всех следует разделить поровну». Вне зависимости от того, кто проповедует, а кто поддерживает этого проповедника, одно и второе дело священно для Бога, и для обоих награда будет одинаковой. Такая награда, как исцеляющее помазание, помазание для преуспевания и финансового умножения, и помазание для обоих награда будет одинаковой. Такая награда, как исцеляющее помазание, помазание для преуспевания и финансового умножения. Победоносной веры. От имени миссии Кеннета Копланда мы приглашаем вас молитвенно обдумать возможность того, чтобы стать с нами партнером. Как написано Филиппийцам 4:17, не потому, чтобы мы искали даяния, но ищем плода, умножающегося в пользу вашу. Мы стоим в вере об 1 миллионе партнеров. Чтобы для этого не требовалось, пришло время для этой команды. Пора, чтобы партнеры были партнерами везде. Thank you.
Послушайте, послушайте, дни вашего финансового рабства закончились. Я заявляю от лица Бога Всемогущего и Господа Иисуса Христа, силой Святого Духа, я чувствую побуждение в своем духе, глядя вам в глаза, сказать, что вы больше никогда не будете нищим ни одного дня в вашей жизни.